А в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже хочешь попасть в видео. Всем привет, народ, с вами Алекс и Механик. Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в МТА на сервере Радмир, сервер первый, ссылочка на сервер в описании под роликом. И сегодня у нас необычная серия, а можно сказать обзор глобального обновления, которое произошел на Радмире. Да, именно произошел, потому что все очень долго ждали, не было. И я уже нахожусь в салоне, пока Алекс едет ко мне. Вот, и я быстренько посмотрю машину, и первое, что бросается в глаза, это Rolls-Royce Phantom за миллион. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3! Успел? Красавчик. Ждем отзыва от подписчиков. Мне в глаза бросается то, что у меня 26 кадров, у меня лагает. Не знаю, я в салоне, тут полно людей. Ну, как бы сейчас сервер забит, так что это нормально, я думаю. Хуракан же был? Был. Макларен P1? Был. Кроме тачек, добавили на несколько тачек тюнинг. На Михалыча тачку добавили тюнинг. Вроде бы как на Ниву Урбан, вроде бы добавили. Я точно не помню, я смотрел вчера или позавчера список обновлений. Ага. Там список огромный просто. Вот. Поменяли спидюки. Конечно же, идет нам урон, если мы не пристегнуты. Что если пристегнуты, по-моему, тоже идет урон. А стандартный скутер можно продать, если не ошибаюсь. Ого. Ага. Ну, это стрёмно, потому что он всегда выручает. Ух ты. Блин, а Феррари, да, все-таки новая. Да, вот эта Феррари F12, она прикольная. Так, Урус и Лексус. Это тоже вроде. Вот Лексус, я не помню, по-моему, это тоже новый. Мне не очень, если честно. Стингер, который? Да, такой. А себе. Вот этот Ягуар был F-Type? О, смотри, Нива тюнингованная стоит. Быстрее, быстрее, быстрее. Где, вылазь. Где? Вылазю. О, черная. Вылазю. Вот, возле меня. Я уже выбежал. Где? О! Глянь. Нифига себе. А, кстати, RS4 удалили, поставили RS6. Видишь, RS6 стоит. Да. Возле Нивы. А разве не было ее? Нет, RS6 не было. Как у Булкина, да? Судя по всему, да. Так, ну, по тачкам вроде как все. Я поехал тогда на тюнинг, а ты можешь показать там какие-то урусы, не урусы своим подписчикам. Ну, RS6 хорошая. Блестит, мне нравится. Кстати, лучше, чем другие тачки. Слушай, походу. Новая, отполированная. Краска, да. И Нива лучше блестит. Это что такое? Проехала приборы, и с нее музыка херачит, ты замечал? Да, такое? Да, я видел. Ну, это сделали как в других МТА. Я такое раньше Мера видел. Мэр, это не мэп катается на Ниве? Я не знаю. Блин, у меня Lexus... О, слышишь, а Lexus тоже поменяли. У него теперь крыша черная. Раньше не было такого. А какой Lexus? Мой Lexus. А. Крыша черная стала, раньше такого не было. Раньше он был весь одного цвета, а теперь крыша такая зеркальная черная. Пипец, выглядит просто зверство какое-то. Да, ребят, кстати... По-моему, Rolls поменялся или нет? По-моему, другой был, старее или нет? Так Фантома вообще не было. А, не было? А какой Rolls был? Не купаешь? Было Rolls'а. Было Бентли, по-моему, какая-то, нет? Офиг его знает. Я не помню. А сколько стоит RS6? Я что-то не посмотрел момент. Я видел, что Rolls-Royce стоит миллион. И я такой понимаю, типа, у меня 34 тысячи, и мне не добрать такую сумму. Сейчас посмотрю. Вон чувак тоже Lexus взял тюнинговать, поехал. Кстати, Бэху вроде бы меняли или добавляли новую пятерку, это вроде бы не как. Пятерку вроде, а М4 добавили, по-моему. Или поменяли или пятерку. Или семерку, я не помню, что. Не, нет, М4 точно. Я потому что помню в этом в превьюхе еще видел. Резко 75 стоит. О, ну это прикольно. А вот смотри, чувак пишет, продам 222 срочно. Каен самый последний, 70. Кстати, да, еще Каен добавили турбовый. А, Ешка добавилась, этот, с квадратными фарами спереди, вот эта, которая... Красивая, да? Какого там, 10-го года, да? Ёлки-палки, ты знаешь, сколько стоит бампер один? Косарей 10? 20! Передний бампер стоит 20 косых. Задний, ну, а бампер... Ожидал? А задний бампер... Это где Lexus. Хан? А где Хан бампер, я не понимаю. А, вот. Не, ну выглядит жирно, конечно. Это у тебя или это у меня кто-то стонет на улице? Это я. Увидел просто. Увидел новый бампер. Ты слышишь? Это что за дичь была? О, пацаны, вот Black решетку точно надо брать. Выглядит зачетно. Слушай, если 5 в 10, а если в 90. То есть, что-то тут...
нечисто. Да. Слушай, так у тебя сейчас бампера будут стоить дороже тачки. Я не смогу их купить. И в итоге ты станешь бедным человеком, потому что тебе придется оставить его, потому что за тюнинг тебе... Да я не смогу купить, у меня денег столько нет, у меня тридцатка. Ну, типа я могу купить только передний бампер, но это будет глупо с одним передним кататься. Я купил решетку за 5000. Решетку радиатора за 5... Блин, я очень хочу этот бампер. Он пипец крутой. Ладно, я куплю его. Супер много. Блин, М5-х три вообще разных. F10, E60 и F90. Три М5-х здесь. Ребят, ну вы поняли, да? Тупо 9000 осталось. На бензик. Кстати, а бенз теперь так же расходуется, нет? Обалдеть, как круто заправка сделана. Заправка теперь, тут это, пистолет надо совать. Куда? Ну, куда, в дырку. А-а. Припаркуйтесь баком к заправке, прикинь, теперь, говорит, надо типа баком парковаться. Да что ты делаешь-то? Дядя, ну отъедь, ну елки-палки, ну так, ты не видишь заправляющие. Обалдеть! Что заправка такое? Очень круто выглядит. Заправка. Так. Надо самому заправлять, представляешь? Ну а ты что думал, так, что тебе все заправят? Нажмите Е. О, я взял пистоль и сую его в дырку. Прям кинул в дырку его. Слушай, блин, жизни вообще. Нажмите на пистолет для заправки. Пошел. Сейчас это заливаю. X1, слушай, тут комбо какое-то на столкновение можно собирать. Да? Я видел, что на дрифт есть, типа. Так, всю не буду заливать. Блин. Но я чуть не опрокинулся. Да чтоб тебе. Привет. Сейчас напишу человеку. Привет. Так, а ты возле этого, подойдите возле к топливному тюнинга? Баку. А если я все, я заправился. Михалыч. Да, на заправке возле тюнинга. Блин, тачка вообще капец неустойчивая. Не могу завестись. Как? Теперь так, это. Что? Я двоечка. Не... Нет. Короче, это. А! Надо вытащить еще пистолет на место, прикинь. Блин, да хватит, да, тут авторская музыка играет. Елки-палки, хорош, пацаны, на хватит. На заправке? Ну, в машинах у пацанов. Это, походу, тоже со мной, потому что я раньше такого не слышал. О, все, заехал, уехал. Знать бы, где тут заправка. Да вот, прям рядом с тюнингом. Прям чуть-чуть проедь. А, вижу. Пацаны, мне не хватает, знаете, скольки? Мне не хватает 6 тысяч. 6 тысяч не хватает для того, чтобы купить задний бампер. Нифига, глянь, бэха на разваленном ком. Но RS6, конечно, жирно выглядит. RS6 мне очень нравится. А вот это новая бэха как раз таки. На вот этой полоска какая-то криво смотрится, но в целом идея прикольная. Блин, ну жирная RS-ка смотрится. Ой. Очень жирно. Мне кажется, я скоро сдохну здесь за рулем. Это может быть, да. Смотри, я собрата нашел. А, с другой стороны. Попробуй заправиться. Блин, ну бампер, конечно, очень жирно новый так, смотрится. Так, на чем мне ездит? 95-й плюс. О, сотку можно залить. Я второй лил, нормально едет. Подойдите к заправочной колонке. Денег нема, залил вторым. Нажмите, чтобы взять пистолет. Нажмите, чтобы... О, я в тачку вошел. Это нормально, все нормально, не пугайся. Все так делали, все через это проходили. Ребят, кстати, напишите, какого размера мои диски, они просто мега огромные. Как вам вообще стиль Lexus теперь? По-моему, шикарно выглядит. Так. Хан зарешал тупо. Слушай, это ж можно кому-то заправить тачку, ходить такой, типа, заправлю, хочешь, засохну. А хочешь мне заправить тачку? Не, не хочу, там заправить. Заправь. Блин, музыка реально херачит. Так, где ты? В смысле? Я уже проехал эту Я на чувака наехал случайно. Слушай, ну у тебя такое ощущение, будто тачка стала еще ниже. Ну это бампер просто передний, такой низкий.
Смотри, да. Я размером как RS6, ну, типа, по высоте как RS6. Ты именно так странно выглядишь, огромные диски, заниженные в хламину просто. А почему странно? Вот мой, ну, это братан, стиль, наверное, смотри, Димон на зеленой жиге. Так у вас вон зеленая пати, видишь? Не, ну этот вообще не особо зеленый на Волге, это такое. Да зеленый, он еще зеленый. Да нет, не зеленый уже. Корвет тут. Интересно, а в раскрасках ничего нету? Поехали, доедем быстренько до раскраски. Хорош музыку тут свою слушать. Сейчас забунанят меня. Забунанят. Оп. Красиво. Я нормально заехал. Я видел. Так, винилы. Там-там-там. Так, а я хочу не винилы, а покрасочные работы. Вот добавили что-нибудь новое, нет? Нет. Так, винилы ничего, покрасочные работы. Ребят, да, по-моему, у меня вообще не листается. По-моему, Lexus нужен новый вид. Вот, но у меня тупо нет денег сейчас на это. Но я бы вот какой-нибудь космос зафигачил его. Короче, пишите в комментариях, как вам вообще, как вам новое обновление сейчас. По винилам ничего нету нового, да? Как вам новые винилы? А их же нет новых, или есть? Нету. А, кстати, какие, по-моему, что-то было, промелькнуло. Что-то какие-то разноцветные такие прикольные. Не-не-не, все нет? Старое. Ну ладно. В общем, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая обнова, как вам новые тачки, как вам новый тюнинг, что бы вы хотели увидеть, чтобы мы посмотрели здесь, протестировали из новинок. Да. Короче, что вам интересно из нового обновления, что вам нравится. Но на этом, наверное, мы будем заканчивать. Ставьте, да, лайки. Народ, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Механик, и всем пока-пока. Пока.